Ну тут хоть кто-то есть. Сегодня праздник, 6 число, это вечерю сегодня должны как бы готовить, носить завтра или сегодня. Я точно не помню, не посвящен в эти все дела, вот. Но когда в Варшаве праздник, постоянно все закрывается, закрываются магазины, и вы здесь мало что купите. Вот, мне кажется, в Польше, не знаю, как во всех городах, но в Варшаве такое ощущение, как будто бы наступает, как будто бы просто наступает полное затишье, и никого вообще практически нету, не найдешь. Все магазины закрыты, хлеба не купишь, яиц не купишь, ну, короче, не купишь вообще никакой еды, блин. Как поляки говорят, трудно. Трудно, вот. Симпли закрыты. А надо купить чай. А чай не попьешь сегодня. Такой вот, как бы, мини-мини-пост получается. То есть, если вы забыли закупиться, все, вы не купите нигде еды. Ну, может быть, в алкогольных всяких мини-мини-магазинчиках. Кстати, сейчас погодка так выдалась неплохая. Снежок, не ветрено, но очень, блин, холодно. Минус 11 было днем. Не знаю, сколько сейчас. Может быть, чуть-чуть похолоднее. Сегодня праздник трех королей, у нас вечером обычно носят вечерю, кутю делают, вот, и мне сегодня, наверное, не получится этого откушать, как говорили раньше, но тем не менее, вот, я наполнен духом праздника. Спокойно, нет никаких концертов, ничего. Я заехал на центр. С Нового года еще не разобрали сцену. Ну и, соответственно, никаких концертов нету. Это просто такой должен быть как бы семейный праздник. Сегодня ходили люди с коронами на головах, ну, символ этих трех королей. Как бы, с одной стороны, я так подумал, даже неплохо. Почему? Потому что праздник должен происходить в тишине, спокойствии. Но все равно сегодня очень спокойно. Наверное, все кушают традиционную еду. Очень необычно для этого места. Просто практически нет людей. Может, из-за того, что холодно на улице сегодня, тихо стало. До этого было намного, намного теплее. Но, увы, сегодня пустует город. Сегодня Варшава пустует. По поводу того, что начал я снимать дальше блоги, да, это так, я пока снимаю, и нельзя просто так взять и перестать снимать блоги. Просто был такой период, и немножко было тяжело и так далее, всякие там проблемы, со всякими проблемами, вот, помешалось все разом, и пришлось немножко приостановить. Появилась жилка настроения, все восстановилось. Все стало на свои места, ну я так по крайней мере думаю, я на это надеюсь, потому что никогда нельзя предугадать свою жизнь. Так поворачивается, очень много разных поворотов, и никак оно не планируется, как ты его не планируешь? Я думаю, многие с этим согласны. Далее я повыкладываю немножко всяких старых блогов, да, конечно, 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 только смонтировал, только, вот, только пришло время, только пришло, пришло, но смонтировал, должно вам понравиться, вот, и в дальнейшем выйдет пару выпусков моих старых блогов, а так, что вам сказать, продолжаем.